Добрый день. Представляем вашему вниманию полуавтоматический этикетировщик модели i2. Особенность данной модели – это нанесение самоклеящихся этикеток на очень маленький диаметр – от 6,5 мм. Как образец – это различные шприцы – от инсулинового до любого другого размера и диаметра. Также есть возможность работы с конусной тарой. Возможно применение данного оборудования на фармацевтических, химических, пищевых и косметических производствах. Давайте начнем с самого маленького диаметра, после сделаем переналадку на следующий тип размера.